Итак, уважаемые дамы и господа, приветствую вас на втором дне европейских квалификаций потрясающего Counter-Strike, организатора турнира, которым является Omen Atlantic Challenger. Секундочку, звук немножечко добавим, а то плохо слышно почему-то у нас. Момент. Прошу прощения. И что мы уже наблюдаем? Идет пистолетный раунд. Команда Yala против команды One Way. Первая карта Mirage. И уже, как мы видим, что выигрывают пистолеточку у нас, соответственно, команда One Way. Отлично сыграна. Ой, немножко так это... Неожиданно все началось. Запутался немножко в кнопочках. Но ничего страшного, бывает. Так вот, всех рад приветствовать. Матч будет вам предоставлять сегодня для просмотра... студия Home Academy. Я без ГМО буду комментировать, соответственно, сегодняшний матч для вас. Первый раунд у нас уже за плечами. OneWay'ам удалось выиграть его. Видимо, что благодаря пачке, поставленной Yala, могут позволить себе закупить какие-то девайсы. И, в принципе, по девайсам у них есть два мака, два дигла, и entry frag у нас также присутствует на карте. Какой-то раскид, фаст выход Б, белым был игрок обороны. В итоге удается его легко под закрытие, закрывается у нас также арка, не дается вижен с шорта, и, соответственно, потенциально ребята могут подзабрать себе этот раунд. В принципе, выход неплохой, раскидка тоже грамотная была, пачка установлена, и все, что теперь остается сделать, это просто довести раунд до логического умозаключения. Произошла очередная серия разменов, и второй раунд для себя забирают игроки команды обороны. OneWay молодцы, причем без потерь дополнительных игроков. Потеряли одного опорника, который был в сайте, это кофе, да? И, соответственно, дальше ребята просто на ноге вышли, спокойно выбили плент и забрали второй раунд для себя. По деньгам, в принципе, у Yala имеются денежки на арморы с раскидом. Да, как мы видим, они приобретают себе 4 дигла, глок и также запасаются арморами. По раскидочке есть 2 флешки, возможно, это какой-то будет фаст пуш. Maybe выход в мидл, maybe это будет выход по да. В итоге, Кео попытка пикнуть, но сенсей на месте и дает легчайший минус по нему. Также... Касл дает минус, произошел, конечно, размен. Но вроде как, хотя подождите, 3-3 хотел сказать ситуации, возможно, удастся что-то перевернуть, но нет. Есть неплохой раскид, залетает на нинджу. Ой, хаешка дэмэджа на самом деле много не наносит, но молик, конечно, был великолепный. В итоге догорает оставшийся игрок и, соответственно, третий раунд для обороны. Потеряли 2 девайса, в целом неплохо. Можно, что да, будет под сейф, меняет юмпик на... М-ку, и, соответственно, потери-то глобальные не произошло. 8000 у сенсея, приобретает он сразу же себе АВП. Касл всем временем сможет спокойно приобрести себе М-ку и, на самом деле, по экономике не сильно просядет. За счет 3 раунда неплохо укрепились ребята из OneWay. Тем временем у Yala полноценный бай. Это их первый полноценный бай на этой карте, так что поглядим, чем они нас удивят. Есть 2 калаша, авик, который только что был, но сенсей сказал, что будете играть в обе снайпера. И, в принципе, наверное, не совсем довольны атака, ибо потерять снайпера, который потратил очень много денег на такой сильный девайс. Тем временем еще и минус от флейма на коннекторе закрывает он Заркоза. И в ситуации 5 в 3 нужно что-то придумывать, нужно как-то это отыгрывать. Выход на шорт также великолепный от OneWay'ов, но за ними начало очень сильное. Просто полностью переигрывают команду Yala, и неужто это будет легкая каточка, быстрая? Вчера, по-моему, 2-3 катки было очень быстро, и все остальное было прямо супер и супер долго. Последующие там финальные матчи и так далее, но, увы, мы их не смогли посмотреть. Не страшно. В целом не страшно. Но шот, конечно, был очень хороший от Ируса, великолепный вантап. Залетел по игроку в джангле. Хайлайт нам показывают. В принципе, Флейми неплохо отыграл. Момент на коннекторе. Также сместился. Закрыл игрока Тетриси и принес 4-й раунд для своей команды. В итоге 5-й раунд у нас наступает. И это 4-0. Очередной бай. В принципе, удалось приобрести какие-то девайсы. И Голсон уже делает entry фраг. По сенсею в итоге вынуждены были подобрать снайперскую винтовку игроки команды защиты и будет с ней играть Касл.
4 в 5. Видим мы, что два игрока работают по даун на апсах. Также три игрока контролируют мидл. Идет какой-то раскид. В итоге контроль это полноценного. И, наверное, все-таки нету. Ибо ваны сидят в более таких сейвовых позициях и ждут потенциальной ошибки своих оппонентов. Коннектор на контроле, смог сейчас развеется, и Флейминг, возможно, будет очередной раз устраивать тут приемку. В итоге флешка залетает, выход, но... Ой-ой-ой, бог-то не прочекал, получил сразу же наказание в ухо. 5-3, и все шансы у Яла взять первый свой раунд. Первый девайсный не взяли, но, возможно, второй девайсный получится, почему бы и нет. В целом все неплохо, есть преимущество по количеству людей на карте. Есть неплохой раскид, мы видим, что там флешек очень много. Причем флешки у каждого игрока, и даже и не по одной. Плюс имеется хаешка, по девайсам все сильно. Ну и, наверное, ванны захотят подсейвить девайсы, я так полагаю. Видим мы, конечно, агрессивную игру от Касла, который дает уже минус, но Глэссон тем временем убил кофе, и это меньшинство также не попадает. Дарк, и, соответственно, остается один единственный Касл, которому нужно однозначно... сейвить свой девайс. Хотя я готов его тут выходить пикать. Промахивается он, с двух сторон его окружили и, соответственно, задушили. 4-1. Пятый раунд все-таки удается приобрести себе в копилочку игрокам команды атаки, а точнее команде Яла. Начало положено, но, возможно, это начало фул камбэка и выхода в первую половину победителя. Никто этого исключать, соответственно, не будет. По раскидам мы видим, что все довольно-таки неплохо с той и с другой стороны, хотя по количеству моликов Яла все-таки доминируют. Но молики подразумевают собой какое-то выбивание плунта сильно из позиции и ключевых, и это, наверное, все-таки под Б можно было сделать. Но сенсей сказал: ребят, вы слишком сильно торопитесь, я вас быстренько приостановил. На мидут своим пиком, но есть размены, отлично, 4 в 3 ситуации. Вновь большинство от One Wave, закрывается еще шорт. В итоге два игрока, которые на апсах, есть по нему информация, кофе с первого раза не попадает, но дропается в молик здесь игрок и, соответственно, добивает его уже кофе. Достаточно патрон, но тем временем Кеопс, какой потрясающий минус 2 уже оформляет. Подгорел немножко в молике, оставляется 27 хп. Если бы не молик, может быть, и выиграл бы раунд. Пачка, конечно, в неудачном месте лежала. Нужно было дропиться за ней. Я там уже сенсей со своим веслом сидел и ожидал. Готов был наказывать. И, соответственно, как только поставился игрок команды атаки, сразу же пошел по нему выстрел. И минус не ставил себя ждать. Хорошая приемка, но на самом деле серьезные ошибки от One Wave были. Должны были намного увереннее принимать здесь игроков, но... Кепс, конечно, сыграл просто великолепно. Минус 2 с балкончика оформил, там сапсов, окошко там подмасил туда-сюда и в целом выбил ключевые девайсы и не давает тем временем, когда стабилизируется экономика. Есть уже выход по да, без раскида, причем ребята выходят, Айрос дает великолепный минус по опорнику плента. Тем временем произошел размен, считай 4-4, но Флейм из коннектора готов выходить. Положили смог, сенсей ничего не видит и был на самом деле в шаге от того, чтобы дать минус свой, но увы. Кофе был на халпе, хорошо сработал, газ он закрывает, и это меньшинство. Тем временем нет, меньшинства не будет, сенсей умирает, вносит 3 ситуации. Деда у нас очень много хп дэмэджа получает, и тем временем еще кофе находит свой минус. Остается один единственный кепс, который сидит на тетрисе, и его все спалили, не попадает он с первого раза, но убивает игрока, который хотел сделать смолдефьюз. Говорит, по дальнему попасть не могу, но возможно хотя бы поближнего заберу, и ему это, конечно же, удалось сделать. Пачка была поставлена, денег в принципе более чем достаточно, а соответственно можно будет спокойно отыгрывать с какими-то девайсами. Видим мы, что и у Айруса есть, и Кеопса. Да, в принципе, у всех деньги имеются, и да. Подъезжают три калаша и 2 СГ, соответственно. 6-1 на карте. Байраунд с той и с другой стороны. По девайсам, по раскиду, в принципе, все более-менее симпатично у того и другого коллектива. 5 смоков у обороны, есть 5 флешек, 4 молика и, если не показалось, 2 хаешки было, но уже одна была потрачена. Тем временем в атаке тоже есть молики, хаешки, смока. Все хорошо, готовы спокойно ребята выходить на плен. И пока что по позиционке мы видим, что Яла готовит свой выход все-таки по да. Maybe это будет по таймингам минута 10 выход, хотя нет, подождите, минута 20, так рано выходят ребята на ноге. Касл не совсем удачный тайминг поймал, но спрятался. Сидит в нычке, с этой нычки можно будет спой очень много делать минусов. Тем временем Флейме хороший минус, также выслал хит от Касла. Минус раз, минус два, но Дэс его, конечно, разменяет. Благо сенсей на хелпе срабатывают и закрывают оставшиеся игрока команды атаки. Соответственно, возможно, это вынужденный экономический раунд будет от атаки. Нет. Походу не будет экономического раунда, принимается решение закупаться на все талоны. Неужто так агрессивно собираетесь играть? Да, закупаться на все талоны, есть арморы, есть какие-то девайсы, это СГ Галил.
Калаш Юмб. Плюс-минус по раскиду тоже все более-менее симпатично. Но Кепс решил оставить себе денег, возможно, следующий раунд. И это будет потенциальная разыгровка 4 дигла и калаш. Частенько такое разыгрывается. И почему бы и не попытать удачу на этой карте и в следующем раунде. Есть, конечно, вероятность, что Тако возьмет этот раунд. И, соответственно, можно будет укрепить свои девайсы, если не потеряется очень много игроков. Тем временем Глэзен в молике начинает подгорать и сгорает. В молике даже не собирался уходить. Интересная игра от него. Возможно, ждал какой-то агрессии от своих оппонентов, но в итоге просто сгорел. И, соответственно, Касл дает свой минус. Пайрос тем временем Сенсей нашел также свой минус. Дес, хорошая ответочка по кофе, но размен не заставил себя ждать. Оставшийся Кепс, который выходил с диглом, и его спокойненько принимает Флейм. Великолепная сегодня игра от Флейма. Отличная игра на коннекторе. В принципе, апплент под каким-то суперсложным оборонительным ключом находится. И Яла пока что его не могут найти. Возможно, стоит пробовать выходить под Б, коли у вас АП просто закрытые двери. Там реально, вот ты долбишься как в две, не знаю, блин, в четырехслойную бетонную какую-нибудь стену, каждый слой там по 10 метров, плюс-минус вот так вот. То есть на АП выйти вообще не получается. Ирус, конечно, дал минус, но два размена не заставили себя ждать. Еще находит минус очередной Дарк на шорте. Минус 3 от Дарка, может быть это... Нет, четвертый килл мы не оставили, Флейм его забирает, и очередная великолепная игра от него на коннекторе. 9-1 счет, продолжаются какие-то сумасшедшие раунды от One Wave, но, возможно, за атаку что-то пойдет и по-другому. Частенько такое бывает, и не раз мы наблюдали, я думаю, каждый из вас видел, что со счета 12-3 люди камбэкаются и выигрывают карты. Поэтому почему бы здесь не повторить то же самое? 9-1 счет, в обороне все хорошо по девайсам, в атаке аналогичная ситуация, по раскидам тоже все плюс-минус на равных, ребята идут и пытается тут сенсей каким-то рандомом прострелом через стенку найти джангла, но никого в миду не было, соответственно, никто под него не подставился, но тем временем кофе, великолепная игра, кофе готов встречать, есть выход, есть голова, отлично сыграно, энтрифраг на карте присутствует. А тем временем контроль снова от Ялы, и на коннектор опять под флеймы выходит, да что же вы делаете-то? Но не прощает он вас на этой позиции, зачем вы под него выходите каждый раунд? Хотя подождите, Ирс говорит, флейм кто? Да я его не знаю, и спокойненько ставит по нему голову. Голову-головушку поставили ему, Кепс тем временем выходит на джангл, возможно это будет сейф девайса, в принципе минута времени есть, а можно попытаться выбить один или два девайса, что будет довольно-таки неплохо. Но по деньгам в целом все симпатично у игроков команды One Way, хотя проблема у кофе, мы видим у него 3-400 на руках. Ну и даже терять девайс не пришлось, спокойненько закрывается оставшийся игрок атаки, и это 10-й раунд для One Way. По деньгам 4250, 3500, 4-3500. В принципе, очередной можно бай делать ял. Но я так полагаю, это бай до конца игры, ввиду того, что у них стрик сумасшедший. Бонусом 3400 падает за каждый проигранный раунд. Поэтому здесь просто невозможно не закупиться на next раунд детский. Оставляешь себе пару соточек на next раунд, и, соответственно, у тебя все хорошо. Есть выход, флейм, минус 2, уже фармляю. Также еще сенсей на холпе работает, великолепно сыграно. Просто хорошая приемка, остается один игрок, которого запикивают с 5-7, и это 11 раундов для One Wave. Очень быстрая игра. Прямо очень. 13 раундов за плечами, а счет 1... Ой, 12 раундов за плечами, а счет 11-1. Но это как в такое себе. Яло явно не ожидали такого... давление от One Way, но One Way реально сильные. Возможно, и Яла не такой оппонент, который готов посоревноваться там в плане стрельбы, да, и какой-то позиционки. Видимо, что очень серьезные проблемы у них. Да, стрельба более-менее есть какая-то, но именно позиционный выход и раскидка как-то немножко хворает. Не готовы, возможно, к этой карте. Есть уже минус 2, удается все-таки Кепзу дать. Воу, на коннекторе закрывает здесь флейма. Это уже вторая ошибка, кстати, от него. Но касл уже сработает на халпе, поэтому ничего критичного здесь происходить не должно. Есть выход, есть минус, но подождите, размен произошел. Это минус 3 от Кепза. Так это может будет эйс? Так, услышал, увидел, но нет, кофе все-таки хладнокровно с СГ-шечки закрывает его, и это 12-й раунд для обороны. Такими темпами можно на самом деле выйти на 14-1 в первой половине, и этого будет более чем достаточно, чтобы закончить игру. Выиграть пистолетку, ну или может быть где-то чуть-чуть поддастся. Где-то может быть чуть-чуть и поддастся. Манвей, ну чтобы прям психику не ломать людям...
дать шанс ребятам поверить в себя и чтобы они немножко постреляли. Тем временем Касл в упоре готов встречать выход сапсов на А. Флейм также готов приемку устраивать. В итоге есть уже минус. Тем временем были еще минус 2 сделаны с небольшим разменом. Молик залетает хороший на флейма, вынужден он отойти от ответный. Молик залетает на дефолт. Так, минус по дарку. Ситуация 3 в 2. Это вам не шутки шутить. 3 в 2 ситуация. Так, может быть, еще не сможем забрать раунд детский, но нет. Есть минус 1, есть минус 2. И 13 раунд для оборон. Но деньги будут. В принципе, идет стрик 3400, да, дается бонусом. Плюс еще установленная бомба в целом по 4К каждому насыпала. Ну да, вот мы видим, что у всех там есть по 4, почти по 5К. У пары игроков имеется. Что довольно-таки неплохо. Поэтому это фулл бай, будут АВП, будут фулл раскидал арморы и, соответственно, сильные девайсы, как калаши. Один-единственный из Аркас задумался, что приобрести, и все-таки нашел. Нашел свой девайс, это СГ. Посмотрим, как будет разыгрываться этот раунд. Есть пик от Сенсея, произошел размен, но Флейм не заставил себя ждать. В итоге минус 2 оформляет с коннектора по миду. Касл должен понимать, что где-то его до спину обходит. В итоге есть выход, есть минус 2, хороший на сайте. Великолепная игра. В итоге 2 в 2. Посмотрим, как разыграет этот раунд. Есть перетяжка, есть выход. Великолепная стрельба от кофе. Остается один единственный дит. И шансов, конечно, в этом раунде у него не так много. Неплохая, кстати, перетяжечка от Дарка, который выходит в идеальный тайминг и забирает этот раунд для себя. Итак, вторая половина, пистолетка, 14-1 счет, one way в двух шагах от того, чтобы закончить эту игру и не мучить своих оппонентов. В принципе, все, что им нужно, это выиграть пистолетный раунд и, соответственно, следующий свой такой полубай раунд. Будет какие-то девайсы, если удастся поставить пачку, можно даже будет закупить калаши. Но поглядим. Есть уже энтри от сенсея. Идет стрельба, запикивает коннектор. Удается, кстати, один минус дать ответный. Но хотя подождите, да. 3 в 2 ситуация. Кофе также нашел свой минус. Один единственный кепс, который находится на джангле. Но зонили его смоком. Посмотрим, как он будет выходить. Есть выход, голова одна поставлена. Сенсея потеряли, но здесь касл и кофе, которые с двух сторон его уже готовы окружать. Пачка, кстати, стоит на дефолте. Готовы его принимать, и это у нас минус от кофе. 15-1. Очень похоже на то, что игра у нас закончится прям совсем скоро. Грустно как-то немножко, оказывается-то. Слишком быстрая игра, и неужто за 17 раундов удастся закрыть эту карту, это будет сильно. 17 раунд, 2 калаша, 3 мака, фулл раскидка, фулл армор, и это будет фаст Б. А на Б у нас, по-моему, всего 2 игрока, да, всего 2 игрока, есть молики, есть смока, есть флешки. Ребята на ноге просто вылетают, флейм дает уже, нет, Ирус дает энтри, также у нас от Ируса минус 2, в итоге дроп, и Ирус минус 3, да что ж творит-то этот парень, но благо кастл на халпе сработал и закрывает здесь того самого игрока, который... Доставил дискомфорт, он вон тем временем хороший минус от Глоссона. И это может быть, кстати, проигранный раунд. Воу! На диглах ребята завозят, и оказалось это Б похоронным раундом для игроков команды One Way. А неужто это камбэк? Неужто мы будем сейчас наблюдать камбэк от коллектива Ялы, который возьмут в 13 раундов в ряд, а точнее 14 раундов в ряд за оборону, и мы еще будем смотреть допы. Это, конечно, было бы красиво. И начинать сегодняшний день... Квал из такой игры, это было бы слишком жестко. Ну, поглядим. В принципе, по девайсам One Wave есть 5 диглов, есть арморы, есть раскидка. Это форс раунд от них. Энтри уже был от Глессона оформлен. Также мид под фулл контролем, но флейм. Флейм. Какая ошибка от флейма. Он должен был легкий килл давать, но, увы, у него не получается это сделать. Сенсей, благо, находит свой минус раз. Но на этом вроде как все закончилось. Не совсем удачный пистолетный раунд, а точнее форс раунд от One Wave. Теперь они вынуждены играть еще и full эко, потому что денег не так много. Там кофе, можешь, конечно, позволить себе купить один дигл, но стоит ли, если можно сыграть от full экономического и в следующем раунде дропнуть авик? Нет, приобретает он все-таки чешку, будет играть с чешкой и все.
чешка, тег, P250, есть минус 1, минус 2, минус 3. И нет, все-таки один минус от сенсея очередной. Пачку успеть бы поставить. Успевается таки поставить пачку сенсей, но в целом задачи минимум выполнены. Выбили девайс, поставили пачку, деньги будут, и у всех, кстати, очень много денег, мы там видим 5700, 5800. Поэтому стоит ли Тавика играть, вот ключевой вопрос. Нужен ли он в этой игре? Да, принимается решение не играть без АВП, Дарк и сенсей будут играть с двумя СГ и три калаша у Касла, Кофе и, соответственно, у Флейма. Есть вторые арморы, есть фулл раскидка. Благодаря чему можно будет в целом неплохо выйти на какой-то сайт. Возможно, стоит выйти под А, коль бы было не совсем удачно, проиграли обычным пистолетом. А против девайсов, возможно, вообще выйти не получится. С другой стороны, не попробуешь, не узнаешь. Правильно, есть большой запас раундов, а на самом деле их очень много, это целых 11 остается. В итоге есть выход, есть минус 2 уже от атаки. В итоге меньшинство не попадает, Савика также. Кепс, которого закрывает Кофе. Серьезные проблемы у игроков команды обороны. 5-2 ситуации. И понимает один игрок Ялы, что это ничего не сделать. В итоге выходят ребята из игры. А также остается один единственный дед, который пойдет фидить. И возможность. Поздравляем команду One Way с проходом в следующий раунд. Дед, конечно, находится в минус 1. Но если тут быть не может, и это у нас конец.